Китае снесли здание официально зарегистрированной католической церкви. По словам представителей китайских властей, она препятствовала строительству нового жилого дома и парка, пишет «Седмица». В течение 4 лет муниципалитет города Шандон обещал предоставить новый земельный участок для католической общины, однако до сих пор этого так и не произошло. На следующий день после сноса храма около 70 представителей местной католической общины, включая 2 священников и монахиню, вышли на акцию протеста напротив здания местного муниципалитета. Под проливным дождем они несли баннеры с надписями «Верните мою церковь», «Верните мое сердце», а также «Мы осуждаем снос храма и просим власти предоставить объяснение». Настоятелю снесенного храма удалось поговорить с представителями городских властей, которые пообещали найти новое место для постройки церкви, даже если это займет много времени.